Всем привет! Всем привет! Мы Кулинарный Клэй, и сегодня мы открываем с моей Рапунцелью дочку и Софией открываем яички Дисней принцессы. Да, у нас вот 5 яичек. 5 яичек есть, и у Евы есть всего лишь 2 принцессы, да? Это Рапунцель, одна Барби, другая просто куколка. И есть куколка Софии, да, принцесса София. Да. К сожалению, других куколок у нас нету. Куда? А там же есть еще и Золушка, да? Кто еще есть? Белоснежка. Белоснежка. Эльза. Есть еще Эльза, Ариэль и много-много других принцесс. Анна, да. Но у Евы есть вот 2 Рапунцель и София. Да. Расскажите нам, пожалуйста, какие у вас есть принцессы, да? И какие вам больше всего нравятся принцессы из мультиков Дисней, да? Я люблю Рапунцель, Ариэль, Анна, Эльза. В общем, Ева любит всех. Ну, почти всех. Почти всех. А Золушка? Ну, Золушка тоже. А Белль из «Красавицы и чудовища»? А, Аврора. Аврора. Ну что, давай посмотрим, кто у нас попадется в этих яичках, да? Да. София, ты какое выбираешь? Нет, начнем с младшей. Я выбираю в серединке. Хорошо, открываем тоже. Давай, я покажу сначала. Несколько видов яичек, да? Вот такое пластиковое большое достаточно яичко. Здесь нарисована Золушка и нарисована Белль. Я надеюсь на Ариэль. Написано 3D игрушка с драже. Так? Я люблю вот эту. А давай, Ариэль. А там еще какой-то есть? Давай другое покажу. Здесь вот Ариэль, русалка. И кто это, Ев? Это Аврора. И Аврора. Такая вот принцесса. А здесь? Здесь? Так. А здесь у нас Рапунцель. И Белоснежка, да? Да. Вот такие девчушки. Девчушки. Посмотрим, кто нам попадется. Да. Сейчас посмотрим, кто же там нам попадется. Открываем, кто нам попадется. Там яичко в яичке, да? Баба. Давай, покажу. Смотрите. Яичко в яичке. Конфетки. И вот эта вот капсула розовая с блестками. Я пока открою конфетки, высплю. Да не надо, там просто драже, да? Да. Ну что, покажешь? Кто же там? Кто же там? Это то, что на ковре летало. А, это из Аладдина, да? Жасмин. Вот такая вот Жасмин. Принцесса с Востока. Принцесса с Востока? Да. Жених у нее был Аладдин, да? Да. Так, держи. Сейчас я покажу вкладыш. Я пока следующий открою. Ну, подожди, давай. Вот такой вот вкладыш здесь вот. Красавица и чудовище нарисованы. Она не стоит. А здесь нарисованы такие. А, тут, видимо, еще и принцы могут попадаться, да? Твоя очередь, мама Рапунцель. Я выбираю яйцо, которое рядом с нами. Вот это. Давай, помогу тебе. Так, нет, никогда не получается. Ну что ж такое? Так. Я дальше сама. Держи. Ой. Опять все эти драже. Драже и капсулы, да? Драже и капсулы. Кто там? Принц. Ух ты, ничего себе. Наш Жасмин сразу попался, ее жених Аладдин, да? Да, Аладдин. Ничего себе. Вот такой вот Аладдин нам попался. Жених нашей Жасмин. Да. Давай, ставь его поближе к ней. Они как-то парами могут собираться. Да? Ну, потом посмотрим, как их можно парами собрать. Вот так. Угу. Софи, на очередь. Я выбираю мое. Это значит, твое. Давай. Я так надеюсь на Ариэль. Ариэль, ну, пожалуйста, ну, попадись мне. Ариэль? Ой, ты моя. Ну, держи. Попадись ты моя. Ариэль, 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 Драже,
Опять Аладдин? Ну вот, да? Ну вот. У нашей Жасмин два жениха. Да. Если поссорится, может, другого. Хотя они никогда не ссорятся. Держи. Ну, показывать его поближе не буду. Так как мы его уже видели, да? Да. Ну, поставь. Давай смотреть, кто у нас... Теперь моя очередь выбирать. Вот, давай. Я выбирала и такое. Я дальше сама. Сейчас я тебе... Обычную розу у меня получится. Держи. Драже. Вау, у меня получится овощное рагу из драже. Ничего себе. Овощное рагу из сахарного драже. Вау, это принц. Принц? Новый. Смотри, так. Какой он красивый. Я посмотрю, чей это. Давай. Это... Я знаю, чей это принц. Чей? Это принц. Как ее там зовут? Аврора. Нет. Да. И Авроры. Вроде бы так. Вот такой вот принц. Сделаю вот в такой вот колбочке овощную рагу. У нашей Авроры. Правда, Авроры у нас нет. Принц у нас есть. Вот такой вот принц. Держи. А что тут? У тебя все равно одно яичко осталось. Давай. Хорошо. Давай, помогу тебе. Только на этот раз я дальше сама буду. Что ты будешь? Открывать. Отрывать, да, бумажку? Да. На. Может, это Аврора? Такой ли принц? Принц Авроры. Опять принц Авроры? Да. Ну вот, одни женихи. Ну, не будем его поближе показывать. Мы его уже показали, да? Да. Это все наше. Вот сегодня у Евы попались одни женихи. Да. И одна счастливая Жасмин. Вокруг нее столько вот принцев. Да. Жалко, что нам не попалась. Ариэль. А почему-то здесь вот Рапунцель и нету вообще в этом вкладыше. И Флина. И кого? И Флина Райдера. Флина Райдера? Да, это Флина. Давай я попробую тебе Жасмин с этим соединить. Жасмин. Потому что нарисовано, что они могут как-то... Скрепляться. Ну, как-то вот так вот. Они скрепляются. Как-то так вот они скрепляются. Да, очень. Обнимаются. Как все черное, о боже. Такие вот. Жалко, что нам не попались другие принцессы, да? Да. Принцессы другие, это супер. Да, но Рапунцель бы там и не попалась. Видишь, там только Золушка. Ариэль. Там Ариэль есть, да, Золушка. Бель. Бель, Белоснежка, Жасмин и Аврора, да? И еще вот такая. Это Золушка, да. Ну, вообще, тебе понравились такие яички? Да. Понравились? Ну, жалко, что не попались девчонки, да? Но ничего страшного. Может быть, в следующий раз нам попадутся принцессы. Только принцессы. Только принцессы. Ну да. Что, будем прощаться? Да. С вами был канал Евен Плэм. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. Пока-пока.